Всем привет! Приехали посмотреть на новое озеро. Время 27 марта. Владимир Николаевич начал сразу бурить. Время уходит, говорит, надо ставить. Посмотрим, что здесь за озеро такое интересное. Название пока я не скажу. Посмотрим, что здесь водится. Выставлены все жерлицы. Владимир Николаевич облавливал ямы. На удочку поклевочки были, нет? Пока нет. Пока нет. Погода может быть. Вот дождик начался. Идет. Ну, озеро такое неплохое. Но мелкое. Пока глубоких ям не нашли. Метр глубина. Полтора-два. А может камеры посмотрим? Сейчас посмотрим камерой. Начался прямо сильный дождик. Переставляю снасти. Нашли все-таки какую-то ямку. Озеро мелкое. Средняя глубина 1,5 метра, прямо середина озера, а тут 1,5-2. Прямо дождь. Ну не знаю, сколько хватит у нас еще терпения. Пока рыбачим. ЧП, отвернулся винтик на одном из ножей, а запасного нет. Так что бурить больше сегодня мы не будем. Дождь. Еще часик-полтора ждем и, наверное, будем сворачиваться. Сработчик пока не было. Да ну ее, всю рыбалку. Будем сидеть у рюкзака и греться. Тепло, запарили штаны даже. Это Владимир Николаевич. Запасает дрова. Сейчас подождем, будем собираться. А вдруг попадет? Отловились. Владимир Николаевич, как впечатление? Впечатление нормальное. А я ведь вам верил накануне. В то место, куда вы меня хотели приманить, у вас получилось. Ну что, дождик. В итоге сваливаем на погоду. Дождик не прекращался. Правда, глубины в озере практически нет. Нашли вот максимально где-то 2-2,5. Максимально. Исследовали очень много. Бурили, мерили. Всем рекомендую это озеро. Всем рекомендую. Приезжайте сюда обязательно. Нет, ну, может, летом будет брать. Летом особенно сюда приезжайте. Вот. Рекомендую прям всем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. Не, летом попробуем.